Станция Лиски. Все заставлены вот такими вот павильончиками, в которых нам предлагают воду, копченую рыбу. Красивую, вкусную. Он как его поехал поезд двухэтажный. Попытался снять станцию, мы стоим так близко, что это практически невозможно. Вот наш поезд. Чуть-чуть погуляем сейчас. А он без воздуха. Вот она, станция Лиски. Подышим свежим воздухом и поедем дальше. Все дальше и дальше. Все ближе к нашей Адыгее. Вот так вот.